Приветище! Это уборщик островов, и мы продолжаем здесь наводить порядки. Чуть не забыл. Чем больше лайков под этим видео, тем быстрее эта игра выходит. Ставь лайки и подписывайся на канал. В общем, я вернулся сюда, где мы нашли носорога. Носорог. Дело в том, что тут есть интересные вещи, которые мы в прошлой серии забыли сделать. Например, разбить вот этот вот камень. Сейчас мы это сделаем. Хопа! А здесь яички спряталось. Так что сейчас мы заберем яйцо. Кстати, еще яйцо есть вон там. Но туда мы не заберемся, потому что нужна горилла. И вот, когда она у нас будет, мы обязательно заберем то яйцо. А сейчас мы идем за этим яичком. Блин, а тут высоко. Я сюда, наверное, даже не залезу. Ха. А если я попробую с носорога запрыгнуть? Что думаешь, получится у нас это или нет? Носорог? Не, так тоже не прокатит. А если на носорога? О, на носорога получается залезть. Так, на носорога? А с носорога никак. На черт. А если с разбега? Опа! Есть! Залезли. Ништяк. Получилось. Главное вот теперь не свалиться. Яичко у нас в руках. Здорово. Теперь мы обладатели 4 яиц. Киви нам скажет спасибо. Кстати, очень много в комментариях написали о том, что Киви это батя. Это пацанчик. Но в любом случае, батя из него какой-то, ну, не очень. Учитывая, что он потерял 20 яиц. Кстати, тут где-то тоже было. Вон еще одно яйцо. Сейчас мы его заберем. Надо не пропускать эти яйца. Я уверен, что Киви нас очень хорошенько отблагодарит за все найденные яйца. Вроде бы здесь все. Все забрали, да? Ага. Ну, возвращаемся тогда в третью локацию. Вот она, эта локация, грязнючая. Сейчас тут предстоит огромная уборка. А еще мне интересно, что вот это вот за камень такой. Оу! У него из ноздри сопля. Грязевая сопля. Сейчас мы это почистим, а то неприятно как-то. Отлично. А это болото у нас сейчас превратится в озерцо. Или в прудик. Нет, оно не превратилось. Интересно, почему? Видимо, это болотце надо как-то очистить. Ой-ой-ой, смотри, оно заново зарастает этой грязью. Ладно, мы решим эту проблему чуть позже. Ну да, грязь заново выступает. Видимо, нужна какая-то крутая штука. Хорошо, начнем с уборки пластика. По стариночке, по классике. Пластик убираем. Надо будет сейчас очистить нам банк. Сходим сейчас за водичкой. Набирай водицы много, пригодится, чтоб отмыться. Все, банк мы очищаем. Что-то... Ой, пластиком начал очищать. Забыл переключить на воду. Вот теперь у нас вода. Все очищаем. Здорово. Монеточку забираем. И сразу же ее вкидываем. Что такое, почему? А, пин-код ввести. Я все время забываю, что пин-код надо ввести. Так, ты мой пин-код не видел, да? Я все аккуратненько вел, несмотря на то, что в нижней части экрана пин-код отобразился. Кидываем монеточку. Теперь нам нужно очистить обязательно мусоросборщик. Вот так. Очень много в комментариях писали о том, чтобы я экономил воду. Но, блин, воды здесь навалом, поэтому я не хочу с этим заморачиваться. Помимо всего, здесь есть еще небольшой участок плодородной земли, куда мы посадим обязательно семена. Опа, вот тебе и семена, смотри. Еще и налоговик прилетел. Что такое? Почему музыка? Ты глянь-ка! Фух! Еще есть? Грязнюки тут нападают на меня, я даже не запалил. Слава богу, что я музыку услышал. Вот это дела. Короче, плодородная земля нам показывает, что тут у нас Star Fruity 3. То есть звездное фруктовое дерево. Свинка, мне нужен твой магазин. Интересно, я смогу здесь заторговать с тобой? А, нет, он же только принимает. Хорошо, заходим в мой наручный компьютер. В шоп. Вот сюда. Вот оно, это дерево Star Fruity 3. Покупаем несколько семян. 3 штуки, я думаю, нам хватит. Заказываем. Обязательно Face ID. И почтальон сейчас нам доставит эти семена. Вот он, наш скоростной красавый почтальон. Отдай семена. Спасибо. И сейчас мы посадим это дерево и узнаем, что же это такое. Что-то звук, как будто он мне монетку еще оставил. Садим дерево. Поливаем обязательно это все дело водичкой. Ага. Расти, деревце мое.
Интересно, она будет высокая или нет? Сейчас мы узнаем. Выросли какие-то цветы. Что это за цветок, интересно? А, собрать не могу. Блин. Так, нужно все цветы посадить. У меня еще есть два семечка. Поэтому мы сейчас это быстренько реализуем. Сажаем, поливаем. А еще вон там вот я вижу ворота с замком. Блин. Сейчас посадим последнее семечко, которое у меня осталось. Я думаю, что все. Тут, конечно, есть еще земли плодородные. По всей видимости, надо было 4 семечки заказывать. А там вон еще есть. И тут еще... О, блин, сколько семян-то нужно. Ладно, сейчас посадим. Сейчас все. А сюда другие семена нужно, прикинь. Грэс — это трава, балшарик, башкуст. Получается, куст травяного шарика. Что-то такое, да? Давай залезем в мой КПП и купим эту штуку. Вот он. Покупаем. Ну, два, я думаю, нам будет достаточно. Почтальон! Я снова рад тебя видеть. Чаевых ты не получишь все равно. Можешь не задерживаться. Улетывай отсюда. Значит, садим сюда эту штуку и сейчас посмотрим, что из нее вырастет. Мне даже любопытно посмотреть, как это будет выглядеть. Давай расти. Ну, это все-таки дерево. Это никакой не куст. Ого. А походу реально, смотри, это шарики травы. Они распустятся, интересно? Как же это интересно наблюдать за растениями, из которых ты даже не знаешь, что вырастет. Ну, короче, прикольно. Интересно, а кто это будет все есть? Что? Кажется, к нам бегут. Вот, блинский. А ну, иди сюда. Засасываем его. И пуляем в воду. Ты кто? Негодяй какой в меня попал все-таки. Отправляйся в бездну водяную. Все, разобрались с этими грязнюками. Ой, вечно я про них забываю. Учитывая, что вокруг этой статуи я убрал весь пластик, это означает, что мы можем теперь очистить этот пруд. И он не загрязнится, да? Отлично! И это все-таки не пруд, это такая грязевая лужица, типа грязевая ванна. Полезная. Можно в ней покупаться. Вот так. Буду здоровым и грязным. Набрал травы, набрал звездных фруктов. Сейчас мы это все продадим. Ой, сколько монеток. Кто-то прилетел. А, ну, это налоговик. Ух ты, хамелеончики бегают у нас уже тут. Эй, чудик. Он хочет цветочки. Сейчас мы ему уберем цветочки, чтобы бабочки залетали, насекомые всякие, которые он так обожает кушать. Кто там к нам пришел? А это кто такой? Капибара. Никогда не видел этих капибар вживую. Ух ты, гиппопотам. Обалдеть, так вот для кого вот эта грязевая ванна. Капибара, смотри, как они прыгают весело. Такие забавные, похожи на огромных хомяков. Догоняшки с ними играть можно. Ладненько, что здесь мне еще осталось? Осталось сделать. Вся проблема в том, что... А, вот тут надо что-то отмыть. Хамелеончик в беду попал. Сейчас мы его высвободим. Пластика объелся. А здесь нам нужно цветочки полить. Точнее, очистить. Все! Красота! Ну что, горилла будет у нас тут, нет? Какой звук? Блинский! А ну стоять! Досасываем его. В грязь, если кинем, норм ему будет? Нет, он любит грязь. Он же грязнюк! Тогда в воду его выкидываем, а этого просто поливаем вот так. Он чуть монеточку не собрал. А, он не долетел до воды. Ой, да что ты будешь делать-то? Вечно вот я попадаюсь в их ловушку, эту грязевую. Че, вроде бы все, да? Надо посмотреть, нигде ли они с меня больше монеток не выбили. Вроде бы нет. Бегемоты, бегемоты. Они, наверное, когда купаются в грязи, заполняют свою копилку. Наверное, но это не точно. А может быть, они едят вот эти растения здоровые? Как ты думаешь? Дай-ка попробуем их покормить. Держи. Точно! Вот сейчас мы их откормим по-быстренькому. Ешьте быстрее! Мне нужны ваши копилки. Вот тебе. Блин, капец они едят. Ого, как ты можешь? Я думал, это он акробатический номер исполняет, а он просто пукнул. Точнее, какнул. Ребята, я вам тут принес еще еды. Хочу посмотреть на ваши акробатические номера. Давай. Опа, один надулся. Шикарно. А ты чего не ешь? У тебя тут вон сколько травы.
Стоят такие и ждут, когда их накормят. Лентяи какие. Готов? И этот готов. Шикарно. Всех гиппопотамов мы откормили. Сколько денег-то, ёшки-матушки. Какие красивые гиппопотамы у нас тут. Овощи, что это у нас тут вылезло? Для людей 50 налоговых токенов – это невероятно. Помните, что оплата налога помогает платить за новые крутые штуки. Например, мосты. Вы построили один из таких? Нет, мосты я еще не строил, но обязательно это сделаю. Так, о-о-о, нифига себе, думал, вы меня сейчас съедите, гиппопотамчики. Не надо, не надо. Я сейчас сброшу пластик. Скину... Ой, не то сбросил. Скину монеточки. Тут еще мы... Опа! Здесь тоже хомяки отъелись. Отстань от меня, не надо меня любить. Ты меня затопчешь. Сейчас надо в банк. Срочно в банк. Ох, сколько денег. Вот это я, конечно, золотился. Да блин, ну хватит за мной бегать. Ты такой большой, что из-за тебя я ничего не вижу. О, еще и орет. По духам мне прям. 500 коинов я сдал. Ты прикинь, да что? Я не могу с этого гиппопотама. 500 монет, это просто круто. Сохраняйте монеты, чтобы в дальнейшем купить обновление для вашего мусорного бластера. И другие веселые вещи. Блин, чё, я все могу апгрейдить свой бластер? Давай зайдем в магазинчик. В шоп. Вон точно появился апгрейд. Есть апгрейд. Шоп. Апгрейд. А, нет, еще Комингсон тут написан. Эх, жалко. Ну ладно. Будем копить денежки. Где-то у меня тут уже наполнились другие животинки. Вот, хомяки. Буду звать их хомяками. Два хомяка у меня очищены. Смотри, какой у них окрас. Они похожи на чертенка маленького. Но все равно они такие няшные. Особенно, когда спят. С высунутым языком. Прикольные. Мне нравится. Давайте, ребят, ну давайте, побыстрее. Ну, пожалуйста, ну съесть еще парочку насекоменьких, а? Вот вам тут бабочки летают. А, это пчелки. Ты меня достал. Серьезно, гиппо. Глянь-ка сюда. Смотри, что я тут заметил. Тут, оказывается, можно вот так вот попаркурить. Ничего себе. Один хамелеончик у нас уже набил животик. Ха-ха! Куда это нас привело? Еще одному яйцу. Где же ты, хамелеон? Вот он. Тоже был рядышком. Все! Всех животных я очистил, накормил. Я красавчик, как обычно. О, бегемоты мне тут дорогу выстраивают. За ключиком, смотри-ка. Ну, здорово. Они мне очень благодарны. Только осталось найти их, где они сделали этот мост. А, вот где, смотри. Вот сюда нам нужно. Вот тут вот местечко открылось. Слазим с нашего носорога. И... Ух ты. И сюда можно попрыгать. Яичко одно собрали еще. Туда обязательно перелезем. Но сперва... Попрыгаем по бегемотикам. Они... Могут уйти в любой момент под воду, но я успел пробежать. Шикарно. Собираем, значит, ключик. А этот ключик, скорее всего, откроет нам дверцы к нашим гориллам. Так, ребятки, вы только под воду не уйдите, пожалуйста. Ой-ой, кажется, они уходят. Но я успел. Ух. Да, я думаю, что здесь у нас живет горилла. Сейчас мы откроем к ней дверцу. Горилла. Горилка, ты где? Это что за автоматы? Тут какие-то новые... А вот и мост, про который мне говорили. Эти машины помогут тебе построить новый мост. Используй для этого налоги. Все, теперь понятно. У меня налогов с собой 16 штук. Точнее, токенов налоговых. Я думаю, что мы сейчас быстренько заставим эти машинки... А, вначале надо пластик отсюда убрать. А то ничего не получится. Не получится их очистить. Наконец-то я взобрался сюда. Что ж, очищаем эти машины. Один готов. Второй. Второй тоже готов. Шикарно. Это, кстати, похоже, аккумулятор. Его нужно зарядить. Давай попробуем это сделать. Бррр, я блок питания. Я заряжаюсь, когда на острове достаточно чисто. Чем чище остров, тем больше заряд. Ох как. Ясно.
А ты у нас чего? Токены принимаешь? Нет? Не принимает. Потому что он работает от блок питания. Хорошо. Давай убираться. Ой-ой-ой-ой-ой! Убирался, и смотри, кого запалил. Я знал, что они вылезут. Блин, он с меня токен выбил. Мне кажется, что-то еще. Ой-ой-ой, токен нет, токен мой. Чеши отсюда. Все? Я всех уделал? Кажется, да. Фух. Заберу токен. Чистота. Грязнюков нету. Только грязь в моем бластере, который я сейчас скину. Усо! Весь пластик убран. Осталось только здесь все отмыть. Навести красоту. И будет всем счастье. Единственное, надо за метром следить. Что такое? Лягуха! Древесная лягушка! Шикарно. Лягуха подпрыгала вот к этим кустикам. Надо тут все отмыть, чтобы появились насекомые. О, здорово. К нам пришла еще одна древесная лягушка. Сюда, наверное, придут гиппопотамы. Сейчас мы очистим их прудик. Ну? Гиппо, где вы? Черт возьми! Снова прилетели эти штуки. А я тут монетку, кстати, не собрал. Ой, их три в этот раз. Все, я всех их обезвредил. Я убил уже 10 грязнюков-то, прикинь. Как их много тут водится. Все монетки надо собрать, чтобы им ничего не досталось, этим грязнюкам. Что ж, тут у нас появились какие-то новые растения, лилии. Нужно их посадить. Но сперва нужно их заказать. А, подожди. Вот тут вот какое-то другое растение. Что тут у нас? Хокберри патч. Окей, сейчас все закажем. Берем патч. Берем лилию. И покупаем. Сейчас будем следить за выращиванием новых сортов чего-то. Я не знаю, что там что. Одна семечка мне не влезла, места нет. Вот это цветок или трава, или дерево. Сейчас мы это узнаем. Транжира. Че это я транжира? Ты отдал 100 монет в штат Пигби. Отслеживай свой расход, чтобы лучше контролировать бюджет. Ну, спасибо, конечно, за беспокойство, но я как-нибудь сам разберусь. Мне нужно тут цветочки полить. О, депозитик капнул с банка. Что это у нас тут вырастет? А, это какие-то, может, фрукты? Ничего себе! На яйца инопланетные похоже. Что же это будет? У меня там лягушка, кажется, отъелась. Похоже на капусту инопланетную. Все, она выросла. Нет, еще не выросла. Вот теперь выросла. Ой, ну и жуть какая. Нет, еще не выросла. Ничего себе! И к нам пришли кабаны. Ой, перепутал. Это не кабан, это бородавочник. Какой ты классненький. Если честно, он похож на Пумбу из Тимона и Пумбы. Осталось его только перекрасить, и точно будет Пумба. Но сперва нам нужно посадить еще одно растение. Вот сюда садим. Ой, водички плюнул туда. Вот такое растение. И поливаем. Что же это вырастет? И я уверен, что сейчас к нам прибежит новое животненькое. После того, как вырастет вот это вот растение. Это похоже на какой-то цветок, что ли? Или дерево? Что же это будет? Ого, какое оно большое. И? Нет, еще не все, оно не распустилось. Еще чуть-чуть подрасти надо. Ох ты, нифига себе. Выглядит это, конечно, мощно. И что, к нам кто-нибудь прибежит? Что-то никто к нам не собирается. Ладно, очищу лягушек пока. Вот так вот. Что такое? Киви, ты как всегда вовремя. Я тут деньги собирал, между прочим. А знаешь что? Ты ведь можешь надеть на каждого спасенного животного шапку. О, да, я, кстати, об этом уже думал. Почему бы тебе этого не сделать прямо сейчас? Наверное, сейчас мы это сделаем. Отправляемся в магазин Пигби. Так, вот они наши шляпки. Но они денег, кстати, стоят, что не очень хочется тратить. Давай-ка мы лягушкам прикупим вот такую вот штуку, одну. А другой лягухе вот такую вот штуку. И посмотрим, как это все... Ой-ой, нифига себе, сколько тут шапок-то. Ничего себе. Ладно, потом с ними разберемся, с этими шапками. Вначале купим парочку для теста. Шапки. Надену на животных. Не будут они у меня как чуваки.
Точнее, как человеки. Мусор скинем. Монетку надо собрать. Шапки, шапки, шапки. Одна. Вначале оденем одну. А знаешь что? Я думаю, что... блин, бородавочник еще не отъелся. Бородавочнику было бы круто шапку одеть. Ладно. Давай лягухи спящие наденем, пока она дрыхнет. Опа! Прикольно. Лягуха-шут. Будет веселить нас. Так, а вот эту шляпу мы оденем бородавочнику. Но сперва его нужно откормить. Я думаю, что бородавочник ест вот это вот. Потому что он возле этого растения трется. Ну-ка. Есть. Все, наконец-то бородавочник у нас отъелся. Забираем монеточки и одеваем на него шляпку. Ой, какой красавый. Вот шляп тебе. Да ты у нас теперь бородавочник-интеллигент. Вот только вот не надо было вот этого вот делать, прям вот на камеру. Ну что ты, я тебя тут в красивом свете выставляю, а ты... Ай, глупец. Бородавочник-глупец. Еще на язык его посмотри, как он торчит. Пойдем-ка сходим вот сюда, посмотрим, как там с зарядом батарейки. А она почти уже заряжена, эта батарейка. Ух ты, крокодил к нам прибежал. Ничего себе, какой он забавный. Батарейка еще не до конца зарядилась, потому что мы не откормили крокодила и не посадили вот сюда еще лилию. Блин, еще лилию купить надо. Все, лилию посадил. Пойдем посмотрим, еще один бородавочник прилетел. Пойдем посмотрим на крокодайла, где же ты у нас тут? И он ест вот это дерево, с которого куски мяса падают. Дерево, на котором растет мясо. Это же просто рай для всех мясоедов. Крокодайл, подожди, мне надо тебя откормить. Не убегай. Ты такой забавный. Милый. Никогда бы не сказал, что крокодил милый. А тут он реально милый. Еще один крокодил вышел у нас. Че, ребят, подтягивайтесь. Сегодня у нас на ужин какие-то ножки. Хомячат они там в две пасти. Пожалуйста, вон. Я вам там накидал. Один у нас переполнен. Я надеюсь, что крокодил тут зелененького цвета. Сейчас мы об этом узнаем. Нет, они не зеленые. Они какие-то синие. Почему крокодил здесь синий? Ура! Эта часть острова у нас очищена. Эй, чел, мы готовы строить прямо сейчас. Только не забудь налоговый токен. Чтобы я начал строительство, используй его. Хорошо, сейчас разберемся. Опа, а вот и крокодильчики мне тоже мостик выстроили. За что им огромное спасибо. Мне больше ничего собирать не нужно. Токены у меня с собой. Батарейка заряжена. И вкидываем токен. Один, два, ух ты, 20. Нифига себе, он запросил 30 токенов, что ли? Ну вот, ладно, где там крокодильчики? Крокодильчики вы где? Вот они. Побежали. Опа. Вначале в банкомат. А теперь идем к налоговику. У меня тут 58. Мне осталось там 15 монеток, поэтому 15 монеток я и возьму. Хотя нет. Взял 18 на всякий пожарный. Мало ли, пригодится. Надеюсь, что я запрыгну по крокодилам. Опа! Есть! Я настоящий паркурист. Закидываем токены. Мостик готов! Красота! Бежим скорее сюда. Юху! Ну, надеюсь, здесь-то я найду гориллу. Что это такое? Киви, что ты опять придумал? Похоже, тебе нужны семена горнана. К счастью для тебя, у меня есть немного. Следуй за мной для обмен семян. О, вот тут, конечно, что-то киви придумал. Какие-то семена нужно сюда положить. Ладно, с этим мы обязательно разберемся, но только в следующей серии. Если тебе нравится эта игра, то не забывай ставить лайкос, подписываться на канал, если ты еще не подписан, и оставлять крутые комментосы под видео. Ну а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.